мы придумали крутое поздравление для нашего друга Макса. Да. Я скажу то, что я предложила собрать всех его друзей и вместе поздравить. Про тебя скажу, что ты поставил танец. А ты что скажешь? А ты скажешь то, что мы примерно за 10 дней собирались вместе, репетировали танец, танцевали. Макс ничего типа не знал. И сейчас типа вот вы увидите, как это все было. Самое прикольное, что ты еще даже не знаешь то, что сейчас будет черно-белая картинка, как ты все рассказала, как бы. Реально? Да. Как я сижу такой и уже все это придумал и просто жду, пока ты договоришь. Это намного искреннее и круче будет. Ребята, а перед началом ролика хотел посоветовать вам крутой канал. Я давно мечтаю съездить в Америку, и вот нашел классный новый канал, в котором уже много видео про жизнь в Америке. Видео о работе в США, а также путешествиях по известным городам Америки. Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Сан-Франциско и другие. В общем, огромное количество мест, в которых я бы и сам хотел побывать. А ссылку на канал вы найдете в описании к этому ролику. Ну вот, Макс, не пишешь, не хочешь снимать сама, а я вот заготовлю тебе. Ты стоишь ближе к резолю. Я стою здесь, здесь помимо, все, вот ты все. Три, четыре, пять, шесть, семь. Еще раз. Пять, шесть, семь, восемь. Сделай сейчас. А ты расскажи, что происходит. Я сделал макаренки. Они не могут сделать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Давайте, без музыки. Медленнее будет все больше. Давай, быстрее. Давай. Раз, два, пять, шесть, семь, восемь. Эй. Куда вы торопитесь? Да. Пять, шесть, семь. Не погожий, почему я веселый такой? Шум, а вода по асфальту рекой. Макс, ну ты даешь, конечно, безответственный человек. Мы тут потренили, блин, сколько тут тренили, реально, да, было? Слушай, Олег, прости. Нет, Макс. Я тебя понял. Максим вот. Павлович сидит дома, то есть, и даже не подозревает, что мы выехали к нему с подарком, это колонка была. Вот. Айдар, ты куда приехал? Я приехал к Максиму поздравлять с днём рождения. А это подарок? Что там? Не знаю, вот Макс, отсюда интересно, ты где живешь? Короче, приехали к какому-то 7-му дому, 8-му? Короче, этот около 7-го дома. Сейчас тренинг будем еще. Ты выходи, ладно, Макс? Сейчас мы, Макс, смотри, как делаем. Мы около 7-го дома, короче, решили все собраться. Артема мама-то написала, получается, паркуется нет мест. Там вот это не будить, чтобы вот это не орать, получается, чтобы все соседи не поднять. Да. Ничего себе, как у Макса тут красиво на райончике. Тренирует связку. Может, вот это все будет делать? Все, научили? Все, Валя, да. Посылка от Тагирова Айдара Азатовича. Что за посылка? Да. Не знаю, просто посылка. Да. Подарок, наверное, да. Ладно, заходите, там код 653. Посылка очень тяжелая, я не смогу. Ворота можете подойти, пожалуйста? Твои друзья, Айдар? Да. Сочувствую.
отжиматься, что ли? 5, 6, 7, 8. Уже... Уже две батарейки. Где его дом? Следующий. Ага, идем. Я уверена, никто не поймет. Алло? Алло. Макс, здорово. Это там мы курьера, короче, отправили. Ты сможешь дверь ему открыть? В смысле? Да курьер, мы тебе подарок приготовили с этой, с Ксюхой. Да. Могу выйти, ни хера себе, реально? Да, там, короче, этот, у вас забор или что-то такое, короче, туда выходи. Все, ладно, давай. Давай, давай. А вдруг пешком пойдет? Нет. Эй, помаши! Макс! Пусть бегут неуклюжие. Прохожий в этот день непогожий, почему я веселый такой? Когда это ой бой, это же я, ой бой. Да. Опять, ребят, спасибо большое, спасибо всем. Хитрец вылез такой на балкон. Мы тут уже знаешь сколько стоит. Я нет, я просто. Я же говорил, мне пешком быстрее было спуститься с третьего этажа. Надо было бежать, когда уже вы здесь его увидели в подъезде, тогда надо было выбегать. А я выхожу, смотрю, стоят. Что такое? Что такое? Все, вы такие красавцы, ребят, вы не представляете, как это математики. Просто попробуй угадать, что там, я не знаю, потом вас, вот как думаешь, что там такое? Гадец, что это? А может тут откроют? Давай, Ска. Блин, а я хотела что-то. Ладно, сразу светится. Ну, суй. Что там написано? Гадец. А сзади, 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 посмотри. Че, вот мог представить, что здесь мы вообще? Я ничего не представлял. Я думаю, интересно, что они там такого сделали, блин. Я вообще никого ничего ни в чем не подозревал даже. Сожалею,